Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 18 апреля 2023 года. Сегодняшняя ночь в Одессе прошла спокойно. За всю ночь не было ни одной воздушной тревоги. В городе не звучало никаких взрывов. За область тоже ничего не сообщали. И по информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области за прошедшую ночь прилетов нет. Обстановка в нашем регионе, слава богу, спокойная, но, как всегда, остается стабильно напряженной из-за угрозы нанесения ракетных ударов. Поэтому огромная просьба ко всем не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Я всем желаю мирного неба над головой, хорошего дня. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. До встречи, всем пока!